Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня представляем вашему вниманию кунжутное масло. Кунжутное масло или сезам выгодно выделяется своими полезными свойствами среди других жирных базовых масел. Кунжутное масло добывает из семян одной из древнейших травянистых культур. Косметологам кунжут хорошо известен эффективным противовоспалительным и ранозаживляющим воздействием. В элитной косметике его применяют не только для кожи, но и для волос и ногтей. Это масло абсолютно не вызывает аллергических реакций. Его можно использовать даже для младенцев. Свойства применения кунжутного масла таково. Большое содержание витамина Е в комплексе с самым ценным жирным и нежирным кислотами и целым рядом необходимых организму минералов обеспечивает мощное действие масла как антиоксиданта, замедляющего процессы старения. Характеризуется увлажняющим, смягчающим воздействием, устраняет сухость кожи и шелушение, эффективно препятствует первым признакам старения, вялости, отвисания кожи, первых морщин, потому необходимо для применения женщинам за 30, то повышение тонуса кожи. Масло сезама очень мягко проникает в дерму, очищает, устраняет мертвые мертвевшие клетки и выводит грязь и токсины. Кунжутное масло является природным фильтром от солнечных ультрафиолетовых лучей и оберегает кожу от солнечных ожогов, не препятствуя естественному красивому загару. Эффективно устраняет воспаление, покраснение, выравнивает рельеф, позволяет вернуть здоровый вид даже немолодой кожи. Есть мнение, что кунжутное масло при постоянном использовании устраняет любые кожные проблемы и дефекты. Масло применяется и самостоятельно, и идеально подходит для добавления в мыло ручной работы, а также добавляется в кремы, тоники, маски, мази, растирания, массажной смеси. Из-за своих гипоаллергенных свойств его можно использовать как ингредиент в детской косметике. Вот такой бутылочке мы отправляем кунжутное масло нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!